Еще одна спасательная операция развернулась сегодня на Кольцовском тракте. Екатеринбуржец вывез оттуда утят, которые метались по оживленной трассе. Мужчина спешил в аэропорт встречать друзей, но проехать мимо птенцов не смог. Сначала он медленно ехал рядом с выводком, ограждая от транспортного потока, а потом решил отвезти малышей в безопасное место. Мамы утки рядом не было, а сами они никак не могли перейти дорогу, метались по проезжей части. Мужчина испугался, что другие водители их просто не заметят и раздавят. Он поймал крох и посадил на заднее сиденье. Вместе с выводком екатеринбуржец отправился в парк имени Маяковского, где выпустил малышей в реку. По словам орнитологов, таким образом он действительно спас им жизнь. Если взрослой утки не было рядом с утятами, значит, скорее всего, малыши отстали от выводка и воссоединиться с семьей вряд ли смогли бы. А в Исете у них есть шанс прибиться к другой утиной семье.